Всем привет, меня зовут Анюта, и я снова рада вас видеть на канале Anyuta Play. И сегодня мы продолжаем открывать самодельные бумажные сюрпризы. У нас сегодня новинка, вот такая необычная коллекция «Треснутые два» на Пасху. Так как скоро Пасха, у нас вот такая прикольная коллекция. И здесь будут необычные яйца, ну скоро сами все увидите. И давайте откроем сегодня два пакетика, вот эти. Здесь нарисован куличик, а здесь пасхальный кролик, который красит яички. И продолжим собирать коллекцию Animal Donuts. Откроем вот этот розовый пакетик Bunny Zodiac. Откроем, наверное, давайте вот этот. Рая и последний дракон. Давайте откроем вот этот пакетик. Начивки, вот этот и вот этот пакетик. Ну и чайный птенчик. Мы сегодня закончим эту коллекцию, так как это последний пакетик. И начнем это видео с коллекции «Рая и последний дракон». Но перед тем, как открыть этот пакетик, хочу сказать большое спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. И откроем этот пакетик, где нарисована сама Рая. А здесь вот такой красивый дракон Сису, которая делает волшебный защитный шар дракона. Сису очень красивый водный дракон, а вернее дракониха. И у нее номер 5. А вот наш каталог. Рая и последний дракон. У нас на этой страничке вот такие три сюрпризика. И на этой только один сюрпризик. Но сейчас мы добавим еще один. Приклеим эту красивую дракониху Сису на ее место. Ну а дальше переходим к коллекции «Чайный птенчик». И закончим сегодня эту коллекцию. Вот такой у нас пакетик. Сверху на чайного птенчика упала кружка с чаем. Потому что чайный птенчик все разлил или выпил. А здесь снова вкусняшка. Чайный птенчик застрял в пончике. И это вот такой розовенький пончик. Прямо как вот этот, который мы сегодня откроем. Ну и последний, номер 8. Здесь даже смотреть не нужно, хотя номер и так отвалился. Вот мы и закончили коллекцию T-Bird. И давайте еще раз посмотрим на эти сюрпризики. Здесь у нас рядом с пончиком есть вот такой птенчик суши-роллы, а также еще и фруктовый пирог. Ну и птенчик, который застрял между двумя половинками макарунса. А тут еще и пасхальный птенчик есть. И даже сладкий сэндвич. Еще мне очень нравится вот этот птенчик Пузинг. Ну и вот такой птенчик, который застрял в чашечке. Очень жаль, что эта коллекция закончилась. И почти везде здесь были вкусняшки. Одна коллекция заканчивается, а другая начинается. Вот такие треснутые два на Пасху. И мы когда-то уже собирали треснутых и нашли последнее золотое яйцо. Это были треснутые из Дикси, внутри которых еще были наклейки. Ну, наклейки я уже вытащила, их больше здесь нет. Вот они какие были грозные, все эти треснутые. А вот и золотое яйцо. Ну а это треснутые не из Дикси, эти яйца мы будем раскрашивать как героев из мультфильмов или сказок. И давайте откроем первый пакетик. Вот этот, с зайчиком, который как раз разукрашивает яйца. Вы узнали этого персонажа? Это же чеширский кот из «Алисы в стране чудес». И вот так необычно можно раскрасить яйцо на Пасху. Вот такой у нас первый треснутый два. А сейчас давайте вклеим его в наш каталог. Вот сюда будем клеить, а здесь написано «Светлой Пасхи». Ну и приклеим вот сюда. Здесь у нас нет никаких номеров, просто будем собирать эту коллекцию подряд. И вот наш первый герой, чеширский кот. Посмотрим, какая известная личность в следующем пакетике «Треснутые два».
А здесь покемон Пикачу. Вот такое вот желтое яйцо с ушками и хвостиком. А хвостик похож на молнию, потому что Пикачу им и стреляется. Ну и приклеим его вот сюда, рядом с чеширским котом. Вот таких два треснутых два мы сегодня нашли. И, кстати, эта коллекция еще до конца не доделана, так что вы можете написать, какого персонажа вы хотите увидеть среди треснутых два. И, может быть, какой-то из них у нас будет в коллекции. Продолжим ее собирать в следующем видео. А сейчас Donuts Animal. А сейчас давайте узнаем, чьи комментарии попали в это видео. И правильный ответ на загадку был «Осел». И я вас поздравляю, вы попали в это видео. Смотрите это видео внимательно и отвечайте на загадку. Может быть, именно вы попадете в следующее видео. А мы откроем этот розовый пончик, который уже кто-то откусил. Здесь загадка и вот такой пончик. Свинка. У него сверху яблочко, а также хвостик. Это так миленько. И этот пончик с розовой глазурью, наверное, клубничной. Давайте посмотрим, какая загадка. Кто на свете ходит в каменной рубахе? В каменной рубахе ходит... Ну и пишите в комментариях, кто же это ходит в каменной рубахе. И вот эта коллекция. Здесь уже есть лягушка, курочка и собачка. А сюда мы приклеим свинку. А какой пончик самый миленький? Мне нравится больше всего вот эта собачка. А следующая коллекция на Чифте. Вот такие два пакетика. Один с желтым рюкзаком, а другой с перчаткой бесконечности. Ну и откроем первый пакетик с желтым рюкзаком, на котором очень много начивок. Соберем еще один знак суперсилы. И это фейс начивка. Это Тор, бог грома. И приклеим эту начивку куда-нибудь. Давайте посмотрим, куда ее можно приклеить. Я думаю, на планшет не нужно приклеивать, а то эта начивка беленькая. А здесь как раз молнии. Приклеим Тора сюда, на эту розовую толстовку. Вот так вот у нас здесь молнии Тора и сам Тор. И давайте следующую начивку откроем. А это Рибон начивка. И это символ команды Стражи Галактики. И куда же тебя приклеить? Может быть, на этот желтый рюкзак? Хотя нет, здесь будет не очень смотреться. На планшет тоже, а вот на эту голубую куртку как раз. Давайте приклеим на куртку. Вот здесь, я думаю, самое место для нее. И продолжим собирать начивки в следующем видео. А сейчас Банни Зодиак. Сегодня откроем пакетик с фиолетовым небом. Посмотрим, что за знак нам сегодня попадется. Здесь такой большой сюрприз, его даже пришлось сложить. И это, я так понимаю, весы. Посмотрите, в одной чаше сидит маленький-миленький зайчик, а в другой огромная морковка. Ну и ставьте лайк, кто родился под знаком весы. И давайте найдем эту страничку со знаками зодиака. А вот и они. И это знак весы. Мы наконец-то начнем заполнять эту половинку неба. Вот так. Аккуратненько приклеим. Я надеюсь, что вот этот сюрпризик-стрелец здесь поместится. Продолжим собирать коллекцию Банни Зодиак, ну и все остальные коллекции в следующем видео. А это были все сюрпризы на сегодня. Спасибо всем за лайки, подписки и колокольчики. С вами была Анюта. Всем пока-пока, до встречи в новых видео.